Похоже на церковь. А это, кажется, монах. Богослужение какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, просто и спрошу. Что тут произошло? Лопес приказал себя замуровать, а потом... Бах. Никаких свидетелей. Исчели. Только руки праведника могут забрать судьбу из моих рук. Но это про тебя. Он послал нас по ложному следу. Испортил все подсказки. Чтоб сберечь Ларец от Тринити? И от народа Байтити. Он был одержим этой целью. Где она? Не знаю. Мне нужен ларец.
Пошел ты! Разговор окончен. Амару! Стоп! Не трожь его! Отпусти его, и я отдам тебе ларец. Лара, что ты делаешь? С меня довольно потерь. Несомненно. Твой отец был гением. Я лишилась его, не успев узнать. Мы с ним дружили. Но он был буквально одержим. Ты его не знал! Он не признал, что его работа может обернуться трагедией. Мне пришлось вмешаться! Ты его убил. Он хотел рассказать всем о Пайтите. Все, что я люблю, все, что защищаю! Мой мир был бы разрушен. А как же мой мир? Доброе сна. Это же несопоставимо. Еще как! Для маленького ребенка мне было 9! Слишком много было на кону. Целая цивилизация, сотни лет независимости, тысячи жизней. Выбора не было! Всегда есть выбор! Еще не поздно. Почти память Унурату и возроди солнце. Нет. Угрозу нужно устранить. Ты просто эгоистичный, трусливый убийца. А ты, Лара, скольких ты убил? И для чего все это? Беги, Лара! Взять его! Разомкнутый строй ромбом. Они оставили ее одну в церкви? Там был полный бардак. Разумеется. Но это же Крофт. Ну
нас были проблемы поважнее. Они просто так не сдадутся. Мимо меня. Если моя вот здесь, то где гроб? Здесь не так. Сообщаю, все чисто. Конечно. Они просто так не сдадутся. Черт возьми, она на нас охотится! Прикрывайте фланги. Понял, командир. Приступаю к поиску. Твою мать! Какого хрена вы творите? Что? Господи, боже! Твою мать! Что происходит? За мной! Оружие наготове! Мы загнали ее в угол. Господи! Надо все здесь осмотреть. Да. Сейчас взгляну. Может, там? Иона, где ты? Я на тростниковом поле. Меня не видят. Не высовывайся. Я уже иду. Слышали, командира? Вперед, на охоту! Крофт, я знаю, что ты здесь. Надо было убить тебя еще в Сибири, но Домингес не позволил. Виноват. Но пришла пора исправить это недоразумение. Потери! Понял. Ну что, найдем. У нас потеря! Держимся вместе. Дерьмо. Надо осмотреться. Увидите что-нибудь. Сбоку! 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 Сбоку!
Отдай мне ларец! Ты в порядке? Ничего. Нормально. Ладно. Иона! О, боже. Готов? О, да. Порядок. Я сам. И о чем ты только думал? А у тебя получилось бы. Надо их догнать. Давай. Да, мы сами.